Талга Джеймтаев – лучший спортсмен Кустанайского района. Молодой человек – мастер спорта по 11 видам, в том числе в 5 видах мастер спорта международного класса. База – греко-римская борьба. Любовь к спорту, рассказывает молодой человек, у него с раннего детства. За его плечами сотни чемпионатов и соревнований. Весь год для Талгата прошел в разъездах. Он принял участие в 4 чемпионатах мира. Буквально недавно вернулся из Албании, где представлял страну в ММА. И приехал оттуда с наилучшим результатом – золото в супервесовой категории. Чтобы стать лучшим спортсменом в городе Тобыл, у меня достижение в этом году. Я стал вторым на чемпионате мира по борьбе на поясах в городе Казань. В августе месяце я стал третьим и вторым призером по борьбе грэпплингу в Польше, в городе Варшава. Также месяц назад проходил чемпионат мира по боевому самбо в Армении, в городе Ереван. Я завоевал бронзовую медаль. Сегодня в Кустанайском районе чествуют лучших спортсменов. Кстати, район в этом году показал неплохие результаты. Так, например, в областной спартакиаде Тынцелина, в которой спортсмены соревновались по 18 видам спорта, заняли 1 место среди районов, а в общем зачете – 3. За последние годы Кустанайский район добился значительных спортивных достижений. Наши спортсмены прославляют не только область, но и представляют страну на международной арене. Мы обязательно стараемся поощрить и отметить лучших спортсменов нашего Кустанайского района. В этом году больших достижений добилась, вот, например, пара спортсменка Динара Куджулова взяла бронзу на азиатских параиграх. Награждение сегодня представили 90 человек, среди них и спортсмены, и тренеры. Для них подготовили денежные поощрения и благодарственные письма. Валерий Тощев, Алия Досмагамбетова, РТН.